В день чувашского языка свой день рождения отмечает и Национальное радио Чувашии. 7 лет назад, именно 25 апреля, впервые прозвучали слова «Эфирта Чувашьень». Олег Прокопьев, Владимир Егоров, Роза Деменцова, Лия Чернова, Ольга Артемьева и Родион Архипов. Имена этих людей давно известны слушателям волны 105.0 FM. А программы «Присягая родине», «Книга жалоб», «Тепло родного очага», «Узорчатый занавес» пользуются особой популярностью у аудитории. Эфир рассчитан на разновозрастных слушателей. Старшему поколению придется по душе авторский проект Валентины Беловой «Два крыла», рассказывающий секреты долгой и счастливой семейной жизни. Для молодых ребят «Кащей микс», где крутят современные чувашские песни. А малышам будет интересно с Алиной Герасимовой и ее почемучкой и вечерней сказкой. В течение всего дня в эфире Национального радио Чувашии звучали поздравления от слушателей, а ведущие в прямой трансляции общались с гостями студии и вместе вспоминали первые дни вещания, смешные случаи и говорили о планах на будущее. С днем рождения творческий коллектив поздравил министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской республики Александр Иванов. Он отметил важную миссию журналистов – сохранение и развитие чувашского языка.